Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я вам предлагаю вместе со мной приготовить замечательное лакомство. Это орешки со сгущенкой. Для приготовления половинок орешков нам для теста понадобится сливочное масло 400 грамм, мука 600 грамм, сахар или же можно использовать сахарную пудру 120 грамм, 2 яйца плюс 2 желтка, разрыхлитель 20 грамм. Масло отправляем в чашу миксера. Масло должно быть размягченное, комнатной температуры. Масло необходимо немного разбить, чтобы оно превратилось в ровную однородную массу. Теперь мы будем постепенно добавлять сахар в несколько приемов и взбивать масло с сахаром. Масло должно немного побелеть. Масло стало намного белее, очень пышное и воздушное. И теперь, продолжая взбивать на таких же высоких оборотах, мы постепенно будем вводить в массу яйца. Вот такая вот кремообразная консистенция у нас получилась этой массы. Долго очень с яйцами взбивать не нужно, буквально минуты две. В муку добавляем разрыхлитель, равномерно перемешиваем и постепенно добавляем смесь в яично-масляную массу. Обычно я это делаю в три приема. Тесто необходимо собрать в шар, оно очень мягкое. Тянущееся такое тесто, очень мягкое, очень нежное и податливое. Если у вас может быть чуть-чуть жидковато тесто, можете добавить немного муки, примерно грамм 50. Это бывает редко, что нужно добавлять муку. Мне хватило 600 грамм, то есть вот при 600 граммах вот такое вот тесто получается. Теперь тесто укладываем в пакет. И отправляем в холодильник на 1,5-2 часа. Можно даже на ночь. Тесто достаю из холодильника и при помощи весов отмеряю, формирую шарики по 10 грамм. И откладываю их на досточку. Обычно я накатываю порядка 30 шариков, и потом уже их жарю. Можно накатывать и больше, но нужно периодически тесто класть в холодильник, потому что лучше его печь, когда оно холодное. У меня две формы для приготовления такого десерта. Одна классическая — орешки. И вторая вот такая более фантазийная. Здесь ракушки, цветочки, шишка, грибочки и желуди. Я обычно использую сразу обе, для того, чтобы быстрее приготовить. Форму необходимо раскалить на огне. Ну, у меня газовая плита, поэтому буду раскалять на огне. У кого электро, ну, точно так же, по сути, на конфорке. Когда форма немного прогрелась, ее нужно хорошенько промаслить. Для этого берем кисть и тщательно-тщательно промазываем все места, особенно вот изгибы, неровности. Когда мы ее промазали, снова закрываем и отправляем раскаляться. Еще 3-5 минут. Половинки выпечены, я их уже почистила. Практически всегда они требуют очищения вот этого вот края. Теперь нужно наполнять. Я отобрала некоторую часть половинок, просто чтобы показать процесс наполнения. Он довольно простой. То есть мы берем половинку, наполняем кремом. Крем может быть разный. У меня это масло плюс вареная сгущенка. Кладем в серединку орешек. Теперь берем следующую половинку, но наполняем ее меньше. Вот, то есть до полного не наполняем. И просто вот так вот соединяем. Излишки убираем ложечкой.
прижимаем до сопоставления половинок, пока они не коснутся одна другой. И вот все вот эти вот излишки убираем ложечкой обратно в чашу с кремом. Вот такие вот. Вот это, например, ракушка у нас получилась. Сейчас наполним цветочек. Видите, здесь меньше крема. Нужно немножко добавить. И опять излишки снимаем ложечкой. В таком виде надо орешкам или фигуркам дать полежать несколько часов. Можно тоже оставить их на ночь в холодильнике и потом подавать к столу. Тесто немного отойдет, станет хрустящим, но в то же самое время не таким твердым. Если вам понравилось и было полезным мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал «Удачный рецепт с Еленой». До новых встреч! Пока-пока!